Бисмиллахи рахмани рахим. Но Аль-Кудс – это совесть всех мусульман, всей мусульманской уммы на земле. Поэтому через отношение к этому вопросу, отношение к мечети Аль-Акса, которая являлась местом, откуда пророк, алейхиссаляту вассалям, был вознесен на небо, это, можно сказать, совесть исламского мира. И тот, кто не ощущает вот эту боль, которую ощущают мусульмане из-за оккупации этих священных земель, то фактически у него не совсем правильная религия. И поэтому я думаю, что даже если сегодня, исходя из тех жестких условий, в которых мы находимся в карантине из-за этого вируса, то, тем не менее, все равно в сердце каждого мусульманина Аль-Кудс живет, в сердце каждого мусульмана Масджид Аль-Акса живет, и та борьба, которая сегодня ведется, она будет продолжаться вечно до тех пор, пока сионисты не уйдут из этих священных земель. Ну, то, что касается сегодня попытки сионистских кругов совместно с Соединенными Штатами Америки как бы присвоить эти земли и под видом сделки века, да, то я думаю, что ни один нормальный мусульманин, который верует в Аллаха и в последний день и чтит эти святыни ислама, которые являются первой хиблей мусульман и третьей святыней ислама, они никогда не примут этого. Даже те государства, которые, в общем-то, во многих вопросах презрели вопрос Палестины, даже они с этим не согласились. Я думаю, что те воины, которые защищали Аль-Кудс, которые выступали за него, в частности, Исламская Республика, Иран, Турция, генерал, который погиб на этом пути, я думаю, что ислам все равно возьмет свою долю на этой земле, иншаллах, и сионисты будут оттуда изгнаны.